Смотрим дальше. Да, сегмент инвестиционного рынка в первый этап. Инвестиции в создание криптосистемы взаимообмена между пользователями. Срок инвестирования 12-18 месяцев. Сумма необходима за все время 1-5 миллионов. Ориентировочно такая сумма, вот мы прикинули. Может быть даже меньше. Инвестиции в 100 криптоюнитов, систем выхода на криптобиржу по реализации токенов. Хотя мы уже оплатили большую часть, но тем не менее есть еще некоторые детали, которые нам необходимо будет доплатить. Срок инвестирования 6-12 месяцев, сумма от 300 до 500 тысяч. Создание платформы приложения Unit Global Pay, это банкинг UGPay, который у нас планируется быть. Срок инвестирования 6-12 месяцев, сумма от 1 до 3 миллионов, мы должны вписаться. Хотя я вам скажу, это банковская программа, то что мы готовим. Вот минимальная сумма банковских программ, чтобы вы понимали, это ценник на уровне 10 миллионов долларов. Мы же планируем, у нас высокий потенциал, благодаря тому, что у нас IT-директор, это очень продвинутый человек, чтобы вы понимали, IQ Игоря Корсуна превышает ведущих программистов Силиконовой долины, намного превышает. И, ну, чтобы вы понимали, еще вот Игорь Корсун, нам повезло, наверное, с ним, ему с нами, но он может сделать за день то, что некоторые IT-директора за месяц не сделают из той команды, которая у него есть. Потому что некоторым нужна команда еще в 10-15 раз больше. Поэтому цены у нас более лояльные. Инвестиции согласно портфелю в мировые фондовые площадки США, Европы, России, СНГ, Индии, Китая, Австралии, Японии, а также в других странах, если будут перспективы и доходные инвест-инструменты. Срок инвестирования регулярно, пополняя суммы от 6 до 15% в это направление, от выделенных на приобретение активов. Инвестиции в систему криптоматов по всему миру. Срок инвестирования 12-24 месяца, сумма 10 миллионов-50 миллионов. Что это такое, чтобы понимали? Криптоматы — это прототип банкомата. Только у нас это будет не просто. Вот все криптоматы, которые есть в мире, они в основном на прием денег, чтобы купить криптовалюту. Мы сейчас создаем так, чтобы это был и прием денег, и выдача денег. Мы вошли на очень хороших процентах, сначала 50 на 50, сейчас 60 на 40, и человек, который достаточно вот супер грамотный в этом направлении, имеющий опыт, где у нас будет не просто криптомат, дорогие друзья, это, почему я говорю, новое направление в банковской сфере будет, в финансово-банковской сфере, фактически каждый криптомат это будет филиал банка, но только без людей. Там будет верификация личности, там можно будет поменять любую фиатную валюту на фиатную валюту, к примеру, доллар на ту валюту, в которой. То есть это обменный пункт в одном лице, это система быстрых переводов, это система обмена криптовалюты на фиатные деньги, криптовалюты на криптовалюты. Это возможность получения сразу же пластиковых карт, потому что мы сейчас ведем переговоры, MasterCard, скорее всего, Visa может быть нет, MasterCard. И когда мы создадим, почему вот здесь сумма такая вот, ну как бы может быть не маленькая, но это максимальная сумма, ну вот кто опять же будет на мастер-профи, я вам покажу, какая капитализация будет 10 тысяч криптоматов. То есть вот эта сумма, она нам нужна будет всего лишь навсего, ну примерно на, скажем так, 1000-3000 криптоматов. Но благодаря высокой оборотности и доходности, я вам показал на мере валюты, да, мы сможем иметь достаточно высокую доходность. И эту доходность мы будем вкладывать, часть, конечно же, в доходность на каждый токен, а часть, большая часть будет идти, опять же, в расширение криптоматов. И наша цель глобальная, мне так нравится, у Леши глобальные цели. Единственное, он, я ему сказал, говорю, Леша, ты планировал на IPO выйти? Он говорит, нет. Говорю, мы будем планировать на IPO выйти. И у нас на российском рынке, и на американском рынке. И капитализацию я тоже на мастер-профи покажу на криптоматах. Вы обалдеете, какая там капитализация планируется за 5 лет. То есть не то, что планируется, она будет. Я вам для примера, чтобы вы понимали, вот можете где-то пробить цифру всех банкоматов в мире, где-то около 5 миллионов банкоматов в мире. А всех криптоматов в мире, опять же, чтобы вы понимали, ну где-то, кажется, 3,5 тысячи или 5 тысяч. То есть понимаете, да, какой потенциал просто. И мы заходим в этот рынок производителями вот этих интересных. Если банкомат это чисто получить деньги, да, то у нас это не чисто деньги. Это я еще раз повторяюсь, это будет унифицированный филиал банка. Но только без человека.
Дальше. Инвестиции в инновационные транспортные технологии Skyway. Ежемесячные инвестиции в развитие, сначала покупку акций, и чтобы еще больше купить акции Skyway, и потом на адресные проекты. Сумма, которую мы планируем выделять, от 15 до 35% от суммы выделенных на приобретение активов. Инвестиции в высокодоходную недвижимость для создания юнит-офисов и в курортную недвижимость, и в рентную недвижимость. Ежемесячные инвестиции в различные объекты с высокой доходностью, сумма от 5 до 15% от суммы выделенных на приобретение активов. И инвестиции в золотодобывающие компании в разработку золота и меди, срок инвестирования 6-24 месяца, сумма 5-10 миллионов долларов. То есть мы начнем уже с первого этапа. Значит, я не стал продолжать там все 8 этапов, это вы увидите на сайте буквально там в ближайшее время, потому что до открытия, скажем, проекта за 3 дня мы откроем кабинет. И вот за эти 3 дня будет готов сайт, вы там сможете почитать. Кстати, скажу, что регистрироваться там невозможно. Вот это будет чисто информационный сайт. К вам будут обращаться, вы будете говорить, давайте через СВИК, если хотите, и давайте заходите сюда.